Опоры устанавливают за счет округа и города. Также до конца года в Кичмайском сельском округе по программе освещения планируют запустить еще 2 распределительные сети. Устанавливают 25 опор, скоро завезут фонари. Таким образом, без ночного освещения не останется ни одна улица. Осуществить эту программу помог глава города. Ведется замена 7-го фидера. Это более 2 километров меняются старые гнилые опоры 10 киловольт на новые бетонные. То есть мы уже перестанем зависеть от погоды, когда каждая упавшая ветка или порыв ветра нам сдували провода, и мы оставались до сутки без света. Поставили 2 трансформаторные подстанции, уже их включили. Этим мы разгрузили сети, будет нормальное, хорошее 220 киловольт напряжение. Голубое топливо есть практически в каждом доме аульчан. Тысячи жителей сельских округов Лазаревского района получили газ в рамках краевой программы «Газификация сел Большого Сочи». Деньги выделил в том числе и городской бюджет. В новом микрорайоне Кичмая, расположенном на улице Ахинтам, 20 домовладений. Пока местные жители отапливаются печами. Но и здесь в будущем планируют провести газ. Мэр Сочи пообещал помочь в этом вопросе. ШРП, я могу вам пообещать, мы сделаем. Я это и говорю, что до ШРП сделаем. Но дальше вы должны распределительно от ШРП должны повести трубы. И вы посчитайте, сколько они будут стоить. Да. В целом, благоустройством аула Большой Кичмай глава Сочи остался доволен. Дороги хорошие, газ здесь есть, школа хорошая. Есть необходимость здесь отремонтировать клуб. И мы... Или до конца этого года, или уже точно в бюджете следующего года предусмотрим, чтобы решить эту задачу. А к осени здесь планируют завершить ямочный ремонт главной улицы Большого Кичмая, улицы Ачмизова. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ.